Приветствую всех, кто занимается настенной печатью, кто купил себе прекрасный принтер китайский или немецкий. Если вы хотите сразу войти в тему и понимать, как это все работает, узнать нюансы самого принтера, поиска клиентов и, в принципе, этого бизнеса, советую обратиться к Сергею Молину. Он меня консультирует, если у меня есть какие-то вопросы. Он говорит те нюансы, о которых не говорит даже производитель. Есть определенные тонкости при работе с этим принтером. Эти принтера капризны. Поэтому, если вы хотите сэкономить себе время, и чтобы ваши заказы были реально классными, четкими, чтобы у вас все работало правильно, советую все-таки, прежде чем вы начнете на этом зарабатывать, или если вы уже на этом зарабатываете, советую обратиться к этому человеку, рассказать какую-то свою историю, если у вас какие-то проблемы, и он обязательно вам поможет, даст обратную связь. Всем пока!